Две бабушки. Бабушка, да. Рядом с дедушкой. Две бабушки, рядом с дедушкой. Бабушка рядышком с дедушкой. С Долькой нет вместе. С Долькой нет вместе. Ты снимаешь, что здесь нет вместе. Ты в каком году? 80. Теперь больше нигде не работаешь. 12 году. 12. Смотри туда. Я дольше всех ездил. Я думала, 43 года. 78. Не совсем. Ну это журнал, фотография. Оголённые, да. Нет. Ну нет, они ножки с 50-го. Ну они на... Ножки с 50. Это я выписывал единственное. Чехословакии. Поэтому я долго-долго, пока не закрыли журнал. А потом он был единственным, в котором были женщины раздеты. Ну, этот журнал назывался «Фотография». Да, честно. Честно. А потом на этом мне подсовывали, вернее, читали, «Царь Никиту». Вот я воспитывала, знаете, вот на этом «Царь Никиту» и вот на этом журнал. А ты че это такой? Ты че это? Так, все, хватит, давайте сюда включим. Пожалуйста. Я не про тебя, а про видео. Внимательно посмотрим туда. Теперь возьмите меня. Возьмите за руки, друзья. Вот. Это мои друзья, бабушки и дедушки. Мы заканчиваем наши, по вашим.